У дома-интерната для престарелых и инвалидов в Якутске замерз мужчина. 42-летнего постояльца нашли мертвым на крыльце здания. По предварительным данным, мужчине не открыли дверь, когда он ночью обратно пришел в соцучреждение. По факту трагедии возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Установлено, что около 21 часа 20 минут 5 февраля текущего года пациент Государственного автономного учреждения Республики Саха-Якутия, дом-интернат инвалидов и престарелых, вернулся в учреждение, но входные двери были закрыты. В настоящее время в рамках расследования уголовного дела следственными органами осуществляются следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Для установления причины смерти мужчины проводится судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.